Французская компания Danone предупредила, что в течение суток может временно приостановить работу на своих заводах по изготовлению молочных продуктов и производству минеральных вод в Испании. И аналогичное заявление сделала компания Heineken, выразив серьезную обеспокоенность по поводу последствий остановки транспорта для ее операций и обслуживания клиентов. К тому же, пишет The Wall Street Journal, уже не работают автомобильные заводы в Германии, сокращены поставки для сталелитейной промышленности в различные страны, вплоть до Японии, прерваны воздушные, морские и наземные маршруты поставок через Россию. Плюс по мелочи, в ФРГ, например, цены на макароны повысились на 40%, а на подсолнечное масло на все 100%, в связи с чем немецкий журнал Focus советует читателям экономить, пить воду из-под крана, покупать сезонные овощи, а также следить за акциями и скидками, в общем, держаться. И список, простите, обновляется каждую минуту, даже когда мы пишем эти новости. Вот пока в России борцы за вашу и нашу свободу страдали, что Финляндия прекратила отгрузку отбеливателя для бумаги в страну без пармезана, и теперь ужас-то какой, местные фабрики пока будут выпускать желтый пергамент или цвета слоновой кости, позорище, согласитесь. У самих финнов бумага вообще закончилась, и выход бумажных газет может прекратиться в ближайшие недели из-за ее дефицита. Так что сходить в туалет-то по-прежнему на Западе будет можно. Из-за недавней демонстрации работы гиперзвукового комплекса «Кинжал» они там, собственно, так и сделали недавно. Но почитать аналитику можно будет разве что только с телефона. А там еще и электричество дорогое. Пока в России уже никто никуда не идет. И вчерашние беглецы среди западных крутых контор, которые из демократии засыпают и просыпаются, теперь трудятся в три смены в славу путинизма. Через секунду расскажем детали. Друзья, в связи с отменой монетизации на YouTube продолжение нашего проекта возможно только с вашей помощью. Те 5 минут, которые вы смотрите дважды в день, это работа автора, монтажера, редактора. Мы просим вашей поддержки и помощи. Пожалуйста, поддержите нас даже 50 рублей. Это весомый вклад. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Мы надеемся на вас. Заранее спасибо. Вместе победим. Итак, продолжаем. Пока, как сообщает Bloomberg, Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны, дай бог не фейк, как говорится, в отличие от самого любимого в стране самых запасливых сахаром пенсионеров, бывшего молодого реформатора, иностранные компании, которые, казалось бы, только вчера громко хлопнули дверью на выход, вот вообще не торопятся. PepsiCo, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser Group и Unilever PLC, западные гиганты, производящие бытовые потребительские товары, пообещали ограничить свою деятельность в России продажей только товаров первой необходимости. Однако понятие «товары первой необходимости» они трактуют слишком широко, возмущается все та же The Wall Street Journal. Ведь эти гиганты продолжают продавать российским покупателям, ужас-то какой, чипсы, бритвенные лезвия, косметику и многое другое, без чего, по их мнению, невозможно жить в 21 веке. А все, конечно, просто. Даже просадка рубля последних дней и даже обвал, ну ладно, это честно, российской валюты после 2014 года, безусловно, снижает прибыль производителей потребительских товаров. Но с другой стороны, именно Россия за долгие годы стала главным рынком для множества западных компаний. Достаточно сказать, например, что Nestlé в феврале заявила, что мощный рост продаж в стране без пармезана, составляющих всего-то около 2% от ее суммарных продаж, помог ей установить рекорд по объемам продаж за десятилетия в регионе Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Пока тем временем, говорим же, новости приходят пачками. Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил Владимир Путин. Поставлять наши товары в ЕС и США и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла, отметил он. И кажется, это вот вообще не конец истории.